Последнее время сайтов с открытиями кейсов PUBG становится все больше, но не стоит забывать, что первым из них был PUBG.com, который держит марку и успел себя зарекомендовать. Особенностью сайта является то, что все выигранные вещи вы забираете деньгами, и не надо париться, если вам выпала женская юбка, а вы играете за мужика. Плюс у них в группе каждый день разыгрываются плащи за репост. Ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Фил, и я сразу хочу извиниться перед вами за то, что не провожу обещанные стримы. Кашель просто задолбал, как поправлюсь, обязательно поиграем. Что касается новостей, разработчики никак не могут залить нам паркур. Вчерашнее обновление, вышедшее на тестовом сервере, абсолютно не посвящено новой физике. Оно лишь содержало в себе обновление античита, про которое я вам уже рассказывал в прошлом видео. Кстати, ради некой отчетности перед нами, разработчики сообщили, что с 30 октября по 5 ноября в игре было забанено больше 80 тысяч читерских аккаунтов, что, согласитесь, немало. А вообще, до релиза остается уже меньше 2 месяцев, а у разработчиков начались сплошные проблемы. Возможно, кто-то заметил, что сегодня на основной ветке игры перестал функционировать голосовой чат. Конечно, разработчики заметили данную ошибку и уже все восстановили, но как ни крути, несколько часов своего времени им пришлось на это потратить. А им еще когда-то клиент под русские сервера надо настроить. Короче, дело у разработчиков тьма, и это касается не только игрового процесса. Буквально на днях я увидел, что в интернете проскользнул слушок о том, что Microsoft хочет выкупить всю корпорацию Blue Hole Studio. Благо, корейцы адекватные ребята, и такая великая идея для них гораздо важнее денег, поэтому продавать они, конечно же, ее не стали. Как мы уже знаем, Microsoft и так активно участвует в развитии игры, и после отказа им на продажу прав сотрудничество не будет приостановлено. Единственный момент здесь касается владельцев консолей Sony PlayStation. Для них выход игры, скорее всего, отложится еще на полгода. Конечно же, этому содействует Microsoft со своим Xbox. И на этом пока все, ждем паркура, возможно, он все-таки выйдет на этой неделе, очень хотелось бы выздороветь к этому моменту и провести для вас стрим с тестированием всех новинок. Спасибо за поддержку, друзья, кому нужны тельняшки, участвуйте в розыгрыше моей группе ВКонтакте, желаю вам большой удачи, пока-пока.